Порталы, порталы и больше порталов. С вами Король Порталов. Сегодня мы продолжим играть в Super Mario Galaxy. Но сегодня мы отправимся в иную галактику, в которой еще никогда не были. А именно галактика пчел. Начинаем мы, конечно же, с первого уровня, который называется Пчела Марио летит. Или что-то типа того. Там пчела, милая. Добро пожаловать в королевство Сот. Наша королева управляет миром. Да, я хочу. Как мне это? Это секретка. Вот вы думали, тут нет секреток? Я же говорил, Марио любит прятать секреты. Воля. Тут что написано? О, мы камеры можем крутить. Смотрите. Наконец. Ты чего? Я тебе какое зло сделаю, что ты вылез. Это что? Это что, я пчелой стану? Ты что, пчелой стану? Это что, пчела Марио? Так, ладно. А, мы не можем в воду попадать. Мы туда теряем поворот. Эй, куда? 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 Я это... Ты куда? За водопадом, короче, замок королевы. Вау, мы сейчас раскачаемся и полетим. Это чтобы нам полета хватило. Я сказал, хватило. Я умею прыгать от стен. Хотя бы тут сразу дают дурачек. Она тут не нужна. В общем, ладно, не отклоняемся от сюжетки. Идем как надо. Ой. Эй, куда? Там был дурачек. Пчелы никогда не будут. Смотрите. Я так понял, мед нам сразу восстанавливает. То есть, типа, на земле нам вот нужно встать и подождать. А мед моментально восстанавливает. Так, все, давайте, летим. Это мы куда попали? Все. Прикольно. Прикольная локация. Тут какой-то поворот есть эксклюзивный. Это хорошо. Замечательно, мы прилетели на него. Кто ты? Неважно. Ты, короче, кто там, непонятно. Короче, самый крутой из тех, кто существует. Что-то она нам говорит, потому что, короче, она хвалит нас. Если они пчелы, я теряю бугра под воды, когда я играю за пчел. Зачем им тут повсюду фонтаны? Если пчелы от этого перестают летать, зачем пчелы повсюду летают? Мы ей делаем массаж? Что мы делаем? Спасибо, ты очень храбрая пчела. Мы доверяем тебе и надеемся, полагаемся на тебя в нашем будущем. Да, да, надейтесь, надейтесь. Спасибо, мне это не нужно. Я ради него напишу. Мне там на вас вообще не важно. Мне не важно.
Тодды! Это капитан Тодд! Капитан Тодд! Пчела! Что? Марио? Это ты! Мы тоже сбежали из замка Пич! Боузер, короче, их ловил. Ну, короче, Луиджи им помог. Он вспомнил то, что нашел звезду и дает ее нам. Спасибо, капитан Тодд. Я не буду проходить отдельную игру про тебя. Точнее, я ее уже прошел почти что. Но на канале снимать. Ура! Звездочка! Первый из двух на сегодня, потому что каждый день мы ищем две звездочки. То есть не каждый день, каждое видео. Мы получили звезду. Нам открыта новая галактика. Марио, твое имя Марио. Я слышала это от твоих друзей, которые только что появились. Марио, такое хорошее имя. Да. Твои друзья ждут тебя в гараже. Не похоже на гараж. Они хотят тебе кое-что рассказать. Ты должен поторопиться и прийти к ним. Мистер Марио. Я почта Тодд. У меня есть почта для тебя. Я далеко, со мной все в порядке, потому что я жду, когда ты придешь. Я надеюсь, этот подарок тебе поможет. 5 ванапов! Она нам 5 ванапов отправила! Вау! Секретную галактику открыли. Давайте пройдем этот час. Серфинг 101. Вау! Мы на нем будем кататься? Выглядит прикольно. И музыка такая подходященькая. Пингвины! Пингвины класс. Это отдых пингвина. Ты серфер? Да. Да, я первый раз тут серфер. Это реально прикольно, смотрите. Смотрите, это реально прикольно. Это реально? Это прикольно. Ухи. Ой. Это начало трассы. Смотрите. Смотрите. Это на время. Нам нужно, походу, быстрее лучшего времени пройти. Это прикольно. Ого! На грипп отпустили. Ты зачем тут грипп? Это не так уж сложно. Это весело. Это реально прикольно. Нет! Нет! Проблема в том, что я не могу это настроить на те же кнопки, которые мне привычны, и поэтому приходится настраивать на другие. То как бы для меня непривычно играть на не ВСД, а ТФГХ. Как вам такое? Вы когда-нибудь играли на ТФГХ? А? Вот я сейчас играю на ТФГХ. Просто иногда забываешь, что играешь на ТФГХ. А я так играю только в этом режиме. Ты куда? Ты куда? Вот если вы думаете, что игра слишком легкая, попробуйте пройти ее на ТФГХ. Так, хотя бы один грибочек, блин. Хотя. Это так же неудобно, как на стрелочках. Хотя даже на стрелочках удобнее, чем на ТФГХ. Сейчас я не вылечу. Видите, я не вылечу. Видите, я не вылечу. Да неужели? Я не вылетел на повороте. Так, тут теперь такое же. И меня подкидывают во время поворота. Спасибо, игра. Подкидывай меня почаще во время поворота. Давай, давай, это финиш! Финиш! Мы прошли лучше за...
Золотая звезда, а не медаль. Безграмотный. Но на ТФГХ играть неудобно. Вы получили звезду. Галактика завершена. Ну, в общем-то, всем пока. С вами был я. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы он бил каждый раз, когда у нас выходит новое видео. Ну, а на сегодня все. Увидимся в следующий вторник.